Доброе утро, ребятки. Я сижу, пью кофе уже. А на улице вот такая вот погода. Все мокро. Ливень был такой ужасный, сильный. Дождь утром, Ваня, когда уходил. И я смотрю, на улице все серое. И идет дождь стеной. Вообще. Я, кстати, посмотрела градусник. 17 градусов у нас на улице. Ой. Прохладно, особенно когда дождь, то прохладно. Я хочу сразу сказать, ребят, не сравнивайте наш холод с вашим холодом, потому что в каждой стране свой климат, своя влажность, своя температура. Допустим, когда здесь температура ниже нуля не опускается, но ночью бывает иногда минус один, больше не опускается температура. Вот, но когда на улице 5, 6, 7, 10 градусов, то у нас холодно, потому что здесь очень влажно, и здесь холод совершенно другой. Поэтому не сравнивайте никогда, что везде разно, даже в России посмотреть, вот так вот по всей России везде разная погода, везде разный климат, влажность, сухость и ветер и все остальное. Ой, надо просыпаться, надо вставать. Я еле проснулась, потому что под такую погоду очень сильно хочется спать. И я, знаете, вскочила, встала, смотрю на часы, уже пора вставать. И думаю, все, встаю. Потом повернула голову, говорю, ладно, еще 5 минут полежу. Думаю, с открытыми глазами полежу, чтобы... Потому что когда я очень резко встаю, у меня потом голова кружится. Легла, и чувствую, я засыпаю, и через 10 минут опять вскакиваю, думаю, все, больше не буду ложиться, потому что опять усну. Ладно, буду я пить, ребятки, кофе, а то оно у меня уже сейчас остынет. Кстати, вы спрашивали, как мы делаем пену. Пену мы делаем, у нас же машинка, кофеварка, и там есть такой пиптик, когда разогреваешь молоком, вот этим пиптиком и делается пена. Пеночка, вот, что никаких секретов нету, просто как ее сделать без этой машинки? Я, знаете, думаю, как налить в какую-то емкость теплое молоко или холодное, кто с чем пьет кофе, закрыть его плотно крышкой и вот так вот трясти. Потому что я помню, когда я делала летом коктейли кофейные, у меня молоко взбивалось, тоже была пена, так что попробуйте, может получится. Только тепленькое, не кипяченое, теплое молоко. Вот, ладно. Вот такие вот новости у нас с самого утра. Я уже иду на станцию. Сегодня на улице достаточно холодно. Я одела свитерок, тоненький, но свитерок, и куртку кожаную. Вот так, знаете, свежо на улице, классно. Наконец-то. Я, если честно, очень-очень рада этой погоде. Вот и Катя приехала. Та-дам! Так. Ну, где ты? Наверное, уже одна из первых должна быть. Не вижу. О, вон она идет. Что-то поглядывает. Тип-топ. Не особо торопится. Ужасное качество, конечно, так. Это видно лучше. Не увидела меня. Так. Привет. Мы уже дома. Привет. Всем. Сейчас будем кушать. Да. Будем кушать гречку и сардельки. Пустенько. Все, каша варится, сардельки. Пустенькая сарделька. Не сардельки. Ой, они с сыром. Очень-очень
Вкусные. Такие вот вкусные сардельки. Вкусные, да. Пусяня, а ты чего хочешь? Вот они. Чё тебе дать, чё тебе дать? Черные сардельки, ты видела? Смотри, черные сардельки. Ага, круто. Ой, раз. Черные сардельки, это круто. Так, мы сейчас будем ужинать такую вкуснятину. Смотрите, вкусные помидорки с кабачками, да? Угу. Кабачками, с сардельками и гречкой. Так что вот такой вот у нас вкусный ужин. Всем приятного аппетита, кто кушает. И мы тоже сейчас будем вкусно-вкусно-вкусно кушать. Фильм загрузится. Что ты снимаешь? Тебя. Нет? Ну ладно, давай мне фильм. Сейчас Ваня скачает фильм, мы будем смотреть фильмы, кушать и потом за уроки. Он будет скачанный. Ты меня проверяешь, такое ощущение, как будто он скачан. Ну, если скачем, то мы сейчас начнем. Нас похолодало, уже окна закрыты, все. Окно закрыто, уже холодно. Я еще хочу сегодня успеть, помимо уроков и помимо всего, разобрать сегодня вещи, достать, убрать все летние футболки, майки из этого, с под кровати нашей у нас канапе. И... Ау! Ой! Что такое? Больно! Ты волосы вырывает? Да, своим... Ой, так неприятное чувство вообще. Хочешь мне вырви? Хочу. Вот, и хочу достать эти зимние вещи уже, потому что уже в футболках... Где ты вляпался? Футболка белая. Руку бери. Вот, белая футболка. В чем ты? Куда ты уже ходил? Стенку. В какую? У нас же есть дома стена, которая красится. Ну что, скачалась, нет? Нет. Может, давай пока начнем кушать? Ну давай. Один год, 25 недель, и у нас будет фильм. Мы только что смотрели фильм. Угу, классный, интересный. Как он назывался? Блин, надо посмотреть. Аномалия? Не, аномальная. Аномально, по-моему. Аномально. Аномально? Классный фильм. Я сейчас собираюсь переодеваться и ложиться спать. Аномальное. Аномальное. Собираюсь переодеваться и ложиться спать, потому что хочется спать, а все сделаю завтра утром. Просто пораньше встану. Вместе с Ваней. Ой, что меня прям аж рубит. Я согрелась еще. Время, смотрите, совсем рано. 15:12. Обычно я тут спать не ложусь. Это белая стенка. Вот. Сейчас Ванечку умоляю, прошу, чтобы он видео смонтировал. Ты же смонтируешь видео? Влоговое, да? Ну, как получится. Получится. Белая стенка. У тебя все всегда получается. Да, Зай? Ну, бывает. У тебя всегда все получается. И в этот раз получится. Что там? Кофту, штаны достаю. Еще? Все одеваться будешь? Переодеваться. Не одеваться, переодеваться. Ой, подожди, там кто-то у нас есть? Не, никого. Показалось, что кто-то обойдет. Ой. Так. Это моя сумка. Надо ее убрать. Та-да. Ой. Ты что смеешься? Я сплю. Ты сплюсь? Я уже почти готова. Осталось доползти до ванной, умыться, почистить зубы и потом притащить себя опять в комнату и лечь спать. Не зевай! Все. Я не... Все, всем спокойной ночи и всем до завтра. Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.